нам нужно прекратить вот этот базар с этими машинами. Проблему жителей, проживающих в районе крытого рынка Шымкента, немало. Основная головная боль горожан – это антисанитария, шум, бесконечный поток транспорта и хаотичные стоянки. Герои парковки оставляют машины прямо посреди тротуара. Мало того, автохамы грубят местным жителям. Позвонишь, они приезжают, разговоры. Приедут, говорят, ну вы извините, мы не можем, у нас нет такого полномочия. У вас же знака нету, у вас же того нету. Я говорю, ну вы поймите, у нас вот во дворе 46-го дома сгорела машина. Машина сгорела, 50 человек машина. Он не мог проехать пожар. Он на базар приезжает, я сколько там у нас до драки доходил. Наш Акимян все знают. Участковый знает. Вот молодой человек тоже в курсе это дело, правильно? Неоднократно проходил. Но они не могут принять закон. Жители Абайского района попросили привести в порядок и детские игровые площадки. Шымкентцы требуют найти, заставить подрядчика исправить все недочеты, которые были допущены во время их строительства. Есть гарантийный срок ваших дворов, дворовых площадок. Мы потребуем, если есть там реально то, что можно сделать за счет подрядчика, который вот сделал, отремонтируем. Встреча граждан с народными избранниками не единственная. До 20 марта всем депутатам городского маслихата необходимо встретиться с населением. Очень важно держать руку на пульсе и непосредственно от самих шымкентцев знать, что волнует горожан, какие бы изменения они хотели видеть в этом и последующих годах.